прошлом солист театра балета Юрия Григоровича, сегодня заслуженный артист Польши. Владимир Ярошенко вместе с семьей провел отпуск на Кубани. Он и его жена Ольга, они оба окончили Краснодарское хореографическое училище, на родине стараются бывать каждый год, несмотря на то, что все время на гастролях и фестивалях. Анна Калачева встретилась с балетной и семейной парой. В отпуске артистов балета выделяет только осанка на родине. Владимир и Ольга Ярошенко бывают каждое лето, как только театральный сезон заканчивается. Оба родились на Кубани. Владимир – заслуженный артист Польши, Ольга – балерина Большого театра Варшавы. Пройдя здесь русскую классическую школу, от легенды балета Юрия Григоровича 10 лет назад уехали за неоклассикой. Отпускать талантливую пару из Краснодара не хотели, но они горели желанием освоить что-то другое. Развивали технику, потому что там было много разных хореографов, которые позволяли нам двигаться в разных направлениях, то есть не только в классике и в модерне. Естественно, мы на спектаклях Григоровича научились очень многому. Мы ему благодарны, и до сих пор он для нас мастер, которого просто для нас Григорович это что-то. А в неоклассике, в модерне, то есть там модерне. Все тело участвует, не только там другие мышцы, другая часть надо тела. Там. Учиться. А вот на тот момент, когда мы учились, я не знаю, как сейчас в Хореографическом училище, еще современного танца было очень мало. Русский балет за границей – это марка, поэтому после 2 лет работы в Краснодаре они сразу появились на сцене Варшавы. Вдвоем в постановках нечасто, но если танцуют, то уверенно зритель видит, что перед ним не просто танцевальная пара. Мы танцуем вместе очень редко. Это для нас невероятное событие. Да, событие. Конечно, хотелось бы побольше, но... Ну, на самом деле, ну, в техническом плане мы не совсем друг к другу подходим ростом, потому что на пуантах я выше намного Владимира, поэтому у нас как бы такая судьба сценическая, она несовместная. То есть Владимир всегда танцует с более маленькими партнершами. Приятнее, конечно, ощущение... Глаза смотреть. Глаза смотреть, любимый. То есть уже не надо что-то... выдумывать что-то, играть. Карьера Владимира развивалась стремительно. Список партий не перечислить. В 2014 году Владимир получил награждение за лучшего танцовщика года. Потом был заслуженный артист Польши. В этом году снова был незаслуженный, только лучший танцовщик года. Он, конечно, мне кажется, огромный вклад сделал в театр свой. Он невероятно трудоспособен. Он, ну, действительно работает с полной самоотдачей. Это я могу сказать не просто как жена, и потому что я его люблю, просто потому что я вижу, какая самоотдача и насколько хореограф каждый, который приезжает, насколько ценит это качество. Ольге пришлось сделать 2 перерыва в карьере. После первого в семье появился мальчик, после второго – девочка. И я не настолько дорожила карьерой своей, чтобы там не сделать перерыв для ребенка. То есть мне никогда не приходило в голову, что я буду откладывать это до 35 лет, а потом грызть ногти и бояться, что, о боже, я не могу родить. Рождение детей, оно что-то на сцене тоже необычное дает. Оно дает какую-то огромную силу. Вот когда ты выходишь, ты мать. Мальчик Саша, девочка Маша. Вот. Дали традиционные русские имена. Русские имена такие, да. Детей растят на 2 языках. В Россию мечтают приезжать не только на отдых. Владимира приглашают танцевать по всему миру, но на родине, кажется, талант его пока не замечают. Или не хотят замечать. У нас в этом плане все закрыто. У нас в этом плане как бы мы как предатели Родины, потому что мы уехали, потому что мы предали Григоровича. Очень хотелось бы тоже иногда возвращаться сюда, на Краснодарскую сцену.